Сегодня в музыкально-драматическом театре Тувы прошла премьера музыкально-хореографического спектакля. Национальный ансамбль песни и танца «Саяны» представила произведение «Журавлиная скала» по мотивам пьесы «Хайранбот» Эдуарда Мижита. Идея показать историю, в которой главным символом чистой любви становится журавли, родилась в 2015 году. Постановка стала возможна благодаря федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018». Ансамбль пригласил известного московского хореографа Константина Семенова, который и поставил по мотивам либретто «Журавлиная скала». Композитором выступил Буянмадыр Тулуш, художник по костюмам Начин Шалык, народный художник Тувы. Отмечается, что постановка реализуется по социально-творческому заказу Министерства культуры республики.